я забыл. А, точно. А там какая, серебряная? Ой-ой-ой. Так, серебряная кика. Она где-то туда. Мне кажется, проще новую сделать. Ну давай. Че мы сходим? А, стой! Че? Я думаю, че пищит? А, курочка. Да. Курочка. Петух. Тух. Где он ходит? Где? О, да. Где он? Ну что? Он пищит. Да, вылупился. Вот он, нашла. Куплянок. Смотри, смотри. О, иди хавай. Полудурок, иди хавай. О, блин, сумасшедший бегает. О, на первый этаж побежал ты раз. Полудурок, иди хавай. Нет, иди ешь. Бля, он жестче, чем кабан бегает. Ага. Какой знатный цыпленок. Иди поешь, говорю, достал. Что такое? Да, я тут активировал художественную херню. Так, ну ладно, пойдем. Ага. Вырастает. Хорошо. Я думаю, одной кирки хватит. Просто для эксперимента. Так, что там было сказано? Так, вот дерево. Но я не думаю, что дерево может быть такие ерунды расколбасить. А с деревом там что-то такое необычное, наоборот. Не, не берет. Что-то магическое должно быть. Ну да. Так, а вот это? Нужен получше. А что ж мы должны найти? Так, я не знаю. Давай пока поищем, что тут есть. Зайцы. Косят зайцы траву, внутри траву на поляне. О. Так, вот это что за материал? Обсидиан, что ли? Походу. Обсидиан? В натуре обсидиан? Не камень. Камень? А что за звук? Ты слышишь? Да. Я хочу получить по щам. Что там происходит? Ты в этом уверен? Да. По-моему, там кого-то кто-то дерет. Это что такое? Ой, здрасте. О, господи. Кто? Это что, тараканы? Майские. Фу. Ненавижу жуков. Я соискатель. Панцирь. Блин, это мне панцирь не давал, то есть древний меч. Погоди, древний меч, что с ним делать? Нужен инструмент получше, окей. Наверное, что-то еще открыться должно. Угу. Гриб йотунов. Гриб йотунов. Гриб йотунов. Собирай грибы. Хорошо. Давай прикольнемся. По поводу? Что делать-то? Убери мы еще. Надо светлячка убери. А-а-а. Нифига ж не видно будет. О, слушай, а кто-то один, если
А, смотри. Я могу одеть, ну, пояс, а ты можешь светлячка. Я вместе с тобой вижу. Ну, то есть, рядом с тобой хожу и вижу. Главное не отходить. Ну, в том плане, если что-то нести надо тяжелого. Но сейчас это не нужно пока. Ну, когда что-нибудь надо, но... Здесь он как-то заторможенно осветляет. Есть такое. Прикольная локация, мне нравится, да? Необычная. Если честно, задолбливает вот эту скачку. Есть такое. Согласна. О, кристаллы какие-то вижу или грибы, я не пойму. О! Мне игра предлагала. Я что слышу, а что не знаю. А, во! Сейчас. Да. Так. А ты куда иду? Я за тобой. Решил непростым путем пойти. Добавлено волшебный гриб. Слушай, вот теперь у нас что-то должно открыться. Ага. Вон еще волшебный гриб. Вот он еще волшебный гриб впереди. Это, наверное, для стамина что-то, кстати. Подозреваю. Ну, насколько я помню, тут связано с волшебством. Ну, то есть, прям вообще там магия будет, все дела. То есть, ты реально можешь стать магом. То есть, как класс. Прикольно. Там внизу кто-то топчется, кстати. Я. Не-не-не, прям топчется. Если хочешь, можем узнать, кто это. Сейчас, погоди. Амина. Я так на звук кидаю стрелу. Смотри, сейчас какой-нибудь динозавр выйдет. Этот может. И бежим. Это возможно. Что-то тут одни спрыжки. Паркур. Земля паркура. Что, вниз? А больше некуда, вроде нет. Миленько. Я прям что-то слышу. Да, ходит. Внизу, да. Топчется. Так, сейчас мы будем орать, визжать и так далее. И сваливать, да, по-тихому. Да, да. Ближе и ближе. И участились. Чё я? Ух ты! Чё это? Там какой-то магический паук. Не паук. Только не паук. Только не паук. Кстати, солдат. Уходи, 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 уходи. О! Где? А он меня толкнул. Фанти. Да, хирыш. Ну, там еще. Огонь. Или это тот же? А это тот же? Ну, чё, а это другой сделать? Домик. Да, а мы назад? Да. Тогда есть предложение пойти посмотреть, что у нас появилось. Пойдем. Как у нас так получилось круг сделать? Что это? А, наша лодка. Да. Согласен полностью. Прям вот вообще солидарен. Обидно за лодку. А! О, видишь, далеко отбрасывает, гад. Да?
Какими стрелами стреляешь? Сейчас иглами. Я тоже игольными стрелял, но у меня урон меньше. Ничего не могу сказать по этому поводу. Ладно. Ой, у меня перегруз. Перегруз? А у меня перегруз. Подкинь мне, мне давай. Подкину. А, ого, мясо змея? А, это змей. Пойдем. Ром, поймали. Какой ночью, Сабин, спасибо, что сбегал там. На портал сломали. Кто? Я не знаю. Пока-пока, Сабин. А, нет, это не портал сломали. Нет. А что это? Портал, все нормально. А откуда здесь? Понятия не имею. Кто нам ресурс подогнал? Это мило. Ну да, кто-то подошел такой, не хотите ли? Да-да-да, я ставил и ушел, да? Угу. Может, это друганы эти наши? Так, тут ничего нового не появилось. Тут тоже вроде бы ничего нового не появилось. Даже не вроде бы, а точно.